Что такое? Что, интро пропал? Всем привет. Это моё, у меня есть двери. Попугай, который... в моём плече. И сегодня серия под землёй. Да. Как я и говорил. Поделаем геологию. Факелы есть. Вот они. Я надеюсь, что с этими факелами мы добудем уголь. Уголь, ну... Творог. А факелы нужны. А уголь нужен уже. Ушел? Уже для всего остального. Попугай. Хватит свистеть. Свистим. Ладно. Тут было все в комфорте. Поставлю. Суху сам я в темноте уж. Люблю копать. Ну, это можно еще и за постройки дома. Видео будут и копательные, и просто изучение мира, добывание ресурсов. Ну, что, разные штуки всякие для видео. Блин. Как так можно было поставить? Попугай, хватит свистеть. Не люблю, когда на меня свистят. Надеюсь, что что-нибудь интересное найдем. Это же железо. Мухи летают. А у меня здесь дома. Думаю, такое расстояние будет достаточно. Между факелами экономно. Вроде да. Кому подниматься за деревом придется? Ну, уголь, железо, что-нибудь сегодня найду. Видите, будет длиться всего-то 15-20 минут. Поскольку дальше, не знаю, тех, кто смотрит, времени, возможно, не будет. Вообще долго, кто захочет смотреть. Так, слышит он, значит, где-то пещера. Где-то здесь пещера. А где? Я вижу пещеру. Или я не вижу? Это что? Пещера или... подземные штуки. Да, так, нет, туда я точно не пойду. Блин. Да, попугай теперь живет тут. Факел. Ладно, поставлю. Пошел сюда. Отберу, чтобы ему было удобнее сидеть. Сделал. Зараза, да? Ладно, у меня здесь полезная хрень. Как воду убирать? Не, пойду я под таким углом. Ну, здесь будет нормальный шаг. Для попугая мы сделаем какой-то отдельный домик. Факелы не кончаются. Это серия про рудокопство. Нужны будут. Подумал, что здесь будет. Ура. Первое железо.
оставлю, чтобы все было. Первое железо. Все 4 кусочка, да? 5. Самое главное должно хватить. Нет, 6 кусочков даже. Это на самое главное точно хватит. Самое главное это топор и кирка. Ну, либо же меч, кирка. Кто как. Че, у меня скин нормальный? Ладно. Окей. У меня же просто обычный рыцарь. Ничего. А я еще без координатов играю. Я не знаю, на какую, кстати. Если копать до бедрока. И потом уже отмерять. Видно, придется на поверхность. С факелами. Ну и как раз еду пожарим. Тут ничего нет. Угля нету. Угля нету. Обидно. Ну ладно, можно чуть-чуть сплавать туда. Угля не найден, а найден только бесполезный ресурс. Нет. Я не должен умереть. О. Я слепой. Вот уголь, я его вообще под водой ищу. Дамс. Да еще и ведьм. Кто-то здесь расплодил их. Ферма монстров. Сделали Майнкрафт. Бдамс. Ну, уголь есть. Теперь можно зажить нормально. Шахта удалась, можно сказать. Шахта железная кирка. Меч может для обороны. Либо штопор. У него там урон. При прыжке, если каменного 12, то этого должно быть 15. Обе. Это не точно. Все, уголь зачистен? Нет, вот еще. На 20 угля мне уже хватит, да? Даже 22. Все? А, еще уголь. Все. Больше угля мне не надо, это мне хватит на всю оставшуюся жизнь. Теперь факелы вам сделать. Что-то там хохотят люди. Все. 16 факелов. Можно хватить на эту кирку. Помернемся, сделаем кирку. Кирку. И все. Чуть темновато в ролике, наверное, будет. Надеюсь, что еще железо будет. Железо это очень даже хорошо. Все. Копаем дальше. Высота, наверное, не знаю, минус, ну, десятая, наверное, одни точки. Слышу паука. Это не есть хорошо. Возможно, здесь пещера. Ее можно залутать.
следующем ролике, что в этом только шахтерство. Большое видео, будет не сплошной камень. И свет факелов. Кирка заканчивается, то может деревянную будем копать. Зачем ты сама нужна? Ладно. Я ее сожгу. Давай. Гранит. Или что-то глянц. Не разбирать по родах моих. Правильно, он встречается достаточно часто с ним. Копается он долго. В нем много пещер. Что-то. Я даже ничего в нем не вижу. Он прям настолько темный. А дальше эта штука конь. Ну, почти сломалась кирка. И все. Туда можно спуститься, возможно, там будут первые алмазики. Это не то. Сколько я играю без сохранения инвентаря, а на видео не будет сохранения инвентаря никогда. Сколько чипов большой. То будем... Ой, скоро уже видео закончится. А, ну да, за следующим роликом он будет не такой скучный. Будем залутывать ту штуку. Контента в этом видео мало. Один. Сундук. А, так у меня же чуть дерево есть. Да. Уголь. Я... Нет, сначала вот так. А теперь уголь. Двадцать четыре факела. Это хорошо. Теперь еще нужно железо, еду переплавить. И следующий ролик будет полностью обыскиваем ту пещеру. Да. И что это? Рубрика. Ой, даже не рубрика, а скоро будет плейлист. Майнкрафт. С нуля. Вот столько добытых. Здесь каменные предметы. Здесь деревянные, здесь еда. Которые стоит посадить. Сейчас это и сделаю. То постараемся еще без смертей. Все, теперь у меня дома еще будут расти как бобы. Скоро будут печеньки. Подожди, думай тебе кормить попугаев. Так, еда здесь, каменная штука здесь. Сундук распределен. Ну, железо пойдет к железу. Наверное. Таймер пищит, интересно уже. Не одну минуту, да? Все, видео сейчас кончится. Сначала меч.
Понял. А. У меня нет дерева. Ладно. Все равно в следующем видео уже все. Сейчас я возьму дерево. У меня есть дерево вот это. Все, таймер. Помолчи. Таймер был еще на 15 минут. Отхожу. Быстро сейчас делаем кирку, и видео подходит к концу. 8 палок. Неплохо. Кто делает лопату? Чё? Где медь? А, это на поверхности монстры, что ли, были?